Житель города Нурбол Баураев уже оценил все плюсы новой услуги. Всего за несколько минут прямо на рабочем месте Нурбол оформил онлайн-подписку на газету «Рабат». Нурбол уверяет, современный формат оформления прост в использовании и экономит время. Ведь для того, чтобы оформить онлайн-подписку, больше не нужно стоять в очередях или идти в отделение Казпочты. Это очень удобная программа, не занимает много времени. Можно, не выходя из работы, сделать все. И не надо стоять на очередях. Все, что нужно для оформления подписки – компьютер, подключенный к интернету, и наличие банковской карты. Оформление займет всего несколько минут. Зарегистрировавшись на сайте postmarket.kz и пройдя по ссылке «Подписка на газеты и журналы», пользователь автоматически переходит к каталогу. Необходимое издание можно найти по списку или в строке быстрого поиска. Здесь же сразу отображается цена издания. Пользователю необходимо лишь произвести оплату банковской картой, а все остальное сделают сотрудники компании. Не обязательно, чтобы в почтовое отделение прийти, тому, чтобы подписаться, квитанция показывать. Мы сами увидим, доставочная карточка по месту обслуживания отправляем. Это удобно для клиента, чтобы не ходить, и для нас тоже удобно. Оформить онлайн-подписку в режиме реального времени можно на газету «Рабат» и еще более 1300 республиканских и 7000 зарубежных изданий. К слову, с момента запуска программы новой услугой воспользовались уже более 600 подписчиков.